интересные такие решения. Станция Хорошовская, Полежаевская. Хорошовская тоже, она недавно появилась. Ну, по крайней мере, не так давно. Я здесь еще ни разу не была. Вот мы идем сюда на пересадку, потому что решили мы попасть с Динамо на Баррикадную. Как вы думаете, куда? Что у нас находится на Баррикадной? Куда могут заходить дети? Ну, конечно же, в зоопарк. Итак, мы идем вот по переходу на станцию Полежаевская и поедем в зоопарк. Ну что, как можно детям приехать в Москву и не сходить в зоопарк? Тем более, что мы... Карина, ты была еще хоть раз в зоопарке? Карина, она вообще никогда не была в зоопарке. Поэтому мы сегодня, наверное, малым составом все-таки зайдем в зоопарк, чтобы Карина с Дусей насмотрелись всего. Да, точно. А Катуся была один раз в зоопарке, когда как раз Карина лежала в больнице. И это была осень, было очень холодно. Ну, а потом уже привезем всю команду, да? Итак, станция. Входим на станцию Полежаевская.